Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Привет, Алеша Навальный. У меня сегодня обращение именно к тебе. Я был очень рад узнать, что тебе дали пятерку. Потому как, если для твоих сторонников и противников это дело общественно-политическое, то для меня оно чисто личное. Ты посадил меня на 3,5 за то, что я кинул зигу, а сам спиздил лес и в итоге не посидел. Даже твои соротнички, либерасты, начинают задаваться этими вопросами. Плющев, Муджабаев, я не знаю, что ты будешь с этим делать. В принципе, хомяки на них бросаются, да. Но от некоторых вопросов ты уклоняешься постоянно. Воровал лес или нет? Имеешь связь с администрацией президента или нет? А каким образом ты вышел из тюрьмы? Никому этого вообще не удавалось за всю историю российского правосудия. Я предлагаю тебе эти вопросы разрешить раз и навсегда и пройти детектор лжи. То есть ты в Гугле посмотришь, найдешь фирму, которая оказывает услуги детектора лжи. Я все оплачу. Также на себя и возьму освещение. Освещение твоих ответов в интернете. 10 вопросов на сайте под роликом. Сайт я специально сделал, не поленился. То есть, если ты проходишь детектор лжи, отвечаешь на эти вопросы, ты становишься совершенно святым человеком. Все поймут, Леша ничего действительно не крал. Но если ты отказываешься, то все сразу понимают, что ты просто водишь за нос весь свой волонтерский штаб. И ты точно такой же жулик и вор, как и те, против кого ты борешься. До новых встреч!